4160 детей обучаются в детском экологическом центре Магадана в настоящее время. В учреждении трудятся 24 педагога. Они прививают детям любовь к окружающему миру. Основная задача наставников – направить и предложить ребенку направление, которое подходит именно ему. Уже на второй год обучения дети сами могут придумать и полностью воплотить в жизнь собственный проект. Детский экологический центр является одним из крупнейших учреждений дополнительного образования нашего города и области. Преподаватели ДЭЦ работают по четырем направлениям. Естественно-научное, туристско-краеведческое, художественное творчество и социально-педагогическое направление. В центре стараются привить детям интерес именно к исследовательско-научной деятельности и дать им толчок для дальнейшего развития именно в научной сфере. Приоритетное направление для дополнительного образования детей – естественно, научное. Здесь педагоги занимаются с ребятами проектами об окружающем мире. Сейчас в учреждении подводятся итоги конференции «Лестница знаний». В этом году у нас в конференции нашей приняли участие 11 обучающихся, которые представили работы абсолютно разных направлений. И очень интересно, что многие провели достаточно большую работу, серьезные исследования. И не только естественно научного характера. У нас, например, есть работы, посвященные истории. Работа, посвященная ордену Великой Отечественной войны. Детский экологический центр открыл новое направление по дрессировке животных. Программа называется «По ту сторону поводка». Открыли ее только в этом году. И вот как раз практические знания, как дрессировать собак, как их приучать к выполнению различных команд, как раз вот Ирина Владимировна учит ребят здесь, на базе нашего центра, каждую субботу. На улице проходят занятия. В центре есть и живой уголок. Каждую субботу там проводят бесплатную экскурсию для всех желающих. В условиях пандемии существуют ограничения. В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой пускают группы не более 7 человек. При посещении необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы, надевать маску, при себе иметь бахилы или сменную обувь. Чтобы записаться на экскурсию, необходимо позвонить на вахту детского экологического центра, и администраторы сформируют группу заранее.